Сегодня у нас 11 июля 2018 года. Подошли к бывшему лагерю Стану. Сейчас он называется музей-комплекс для бедных лагерей. Вот. Пришли с ребятишками, это уже после ужина. Ужин у нас 7 часов вечера. Тут у нас Виктория есть. Вот, решили пособирать Викторию. Ягода поспела. Вот колокол созывал, когда всех. Ну, конечно, не вся еще поспела, но поспела. Собираем красные. Такие розовые не трогайте, пускай она дозревает. Во, вот так нормально все. Зеленые, розовые, которые светлого розовые, не трогайте. Да, мы тут быстро соберем еще. Все, дальше передвигайте. Вон там я вижу много ягод. Вон. Я, почему я не вижу? Сдвигайте. Во. Еще ко мне ближе тоже. Вот здесь вот ягода, вот она. Вот она ягодка. Давай, ведро. Мафи. Аккуратно, только не просыпай. Не давите. Вон там очень крупная ягода, Нестор. Вот где ты стоишь, туда дальше иди. Вот это все желающие, кто пришел ягоду пособирать. Эй, это кто? Все, давай. Ведро-то бери. Что оставил ты? Ты быстрее шевелись. Почему и меньше комаров будет с этим мошками. Так, все, уходите с этой грядки. Давайте ту начинайте плантацию. Нестор, вперед. Что не вижу? Вон, смотри, краснота одна стоит. Ты присядь сперва. Ягоду разве так ищет? Кланяться. Конечно, кланяться. Она любит, когда ей кланяются. Вон, смотри, Тарасик, сзади тебя ягода. Вон она. Прямо на тебя смотрит. Возьми меня. А ты ее не берешь. А вот она. Вот она. Не возьму, валяйся здесь. Ладно, я пошутил. Вон, тут кто-то наступил. Раздавили красный. Да уже не одно раздавили-то. Вот. Три штуки раздавили. Ну ты не осторожный. Да. Ну что, нашел. Мне кажется, это мелкие. Вот посмотри, вот там. Даже если они мелкие, красные, берите все равно. Так не бросай так, не бросай, Лева. Аккуратно подошел и положил. Мне так жалко. Видно ягодка. Ребята, Тарасий, уйди оттуда. Тарасий, вот тут грядка, много ягод. Иди собирай. Тут я большие находил, очень крупные такие. А ты шастаешь где-то. Все, мелочь собираешь. Вот, смотри, сколько ягод. Вот, иди сюда. Вот, вон, смотри, крупная какая, вон там, родинку увидишь. Одну можно съесть? Нельзя съесть. Вы уже наелись клубники сегодня. Ну, да. И на поле, и сейчас, во время ужина. Ничего себе. Вау. Не брали. Ну-ка, покажи, какой ты там нашел. Вот. О, видишь, какая крупненькая. О, на легкие, похоже. Двойная, да. Сильно много не набираешь, чтобы не давить ее. Угу. Сразу положи. Много. Она мертвая. Мертвая, да, обрежется. Ну тогда собрать, да? Конечно. Обрежут все стрелы. Все. Ну, вот я тоже увидел тут красавицу. Вот они спрятались, ягодки. О, я даже тоже с камеры собираю. Так, тихонько. Тимофей, порядка. Смотри, куда наступаешь, не давите ягоды. Там раздавили, вон красный. Ну, все. Знаете, давай. Тарас, ты очень много ходишь. Да, вот. Тебя на одном месте можно. Собираю. Бросай Тимофею. Ведро. Тима, на. О, Лёва, молодец. Можно оно съесть? В двух руках. Нет. Нет, есть нельзя. Тарасий, давай быстрее собирай. Пойдет комаров кормить. С мошками. Собирай. Сзади тебя ягода. Можешь далеко не ходить. Обернись и собирай. Ну конечно. А что еще с вами делать? Вам только дай повод. Ну
Ну, все. Давай. Сразу заляжетесь под кусты куда-нибудь. Будете же. Да, тут уже нас нету. Все зарастает кругом. Все кругом зарастает. Тут у нас виноградик. В том году его там всего несколько кисточек было и все. Никто не занимается им. Складов нет никаких. Трудиться. Тут у нас маленький виноград есть, заросший тоже весь. Сейчас не до него. Вот это у нас женские кили. Женские кили. Вот здесь вот сестренки наши спали. Даже вон кто-то оставил свой платочек. На память, видимо. Вот. Здесь ребятишки спали со взрослыми. Вот у них тут полочки были, все это. Вот как сделаны. Палочки. Там сверху саманом забита. Глина с соломой. Вот они такие вот полочки были. Это столовая запасная. Мы ее потом стали называть вещевым. То есть здесь все у нас хранилось. Всякие, что требовалось. Ну так вот, ладно. Все гниет, конечно. Ну, ладно. Слава Богу за все. Аллилуйя.